Если вы хотите иметь крупные дельтовидные мышцы, вы обязаны делать следующее упражнение – отведение руки на блочном устройстве. Очень важно держать тело неподвижно, прямо, рука слегка согнута. Кисть поднимается до уровня горизонта. При таком выполнении вы тренируете среднюю часть дельтовидных мышц, что придает ей форму сферы. Основная ошибка – движение туловищем, согнутая рука или выпрямленная рука. Еще раз правильный вариант. Кисть движется до уровня горизонта, рука слегка согнута, локоть находится на одной линии с кистью и плечом.